feeling you'd be showing up. A bunch of us were being held captive in the basement. We overpowered the guards when we heard the explosion. I did my best to leave a few bad guys for you. Care to join the party? Ну что же, снова всем привет. И начало, как всегда, с небольшой заминкой, блин. Попробую я после долгого-долгого перерыва восстановить небольшую свою деятельность. Какую деятельность? Просто тупо увлечение. Игры в старые игры. Ой, такие игры старые. Что за каламбур у меня? Короче, поиграю снова, позаписываю снова то, что мне нравится. Спустя сколько времени прошло, когда последний раз записывал? Примерно полгода. Было связано, конечно, это все с переездом в другую страну. Блин, да иди ты в жопу. Так, как же тут менять? А, щит. Газ, нет. Вот. Это, по-моему... Твою ж мать. А, это я что-то не то включил. Первый знает. Картина, иди сюда. Уходим. А это вот, по-моему, вот это вот в жизни. Да. Это щит какой-то. Да твою ж налево, что за херь? Сдохни. Так, что у нас тут, гранаты? Есть попадание. Так, я помню, там должен кто-то быть. Один готов. Он наш. Не помню, насколько долго он нашим становится. Но и так хорошо. Так, нужно пособирать оружие, чтобы после них осталось. Твою мать. Я нажал Shift. Твою мать! Бери аптечку. Так, а я тебя открыть могу? Как же открывать? Я уже не помню, как использовать... А, по-моему... Нет, блин. Спустя полгода. Хер, конечно, все вспомню, что было. Так, опции. Управление. Блок влево-вправо. Использовать. Альт. Ё-моё, какое тупое управление. Не то. Не то использовать опции, я сказал. Управление. Чат? Нахера здесь чат? Да, блин. Присесть, прыжок, использовать усиление Alt. Вторичное оружие. Хер пойми. Ну, я знаю, есть у нас такая вот вещь. Нет, не такая вот вещь. Где ты? Блин. Нету. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Oh.
Сдохни. Твою ж мать. Иди, иди сюда, дружище. Так, ладно, собираем быстро патроны. Сейчас еще какой-нибудь чмо вылезет. Так, сюда можно вот так попасть. Р. Так, забираем все, что можем. Так, о. Что это такое? Панель безопасности. Ну, я думаю, нахер уже. Мы и так всех поубивали. Ребята. Ловите подарок. Или это мои? Они меня стримают. Блин, это вспышка. Что я делаю? У меня граната есть, осколочная одна. Пистолет выбрал муденья. Боюсь на него. Как я фейлю. Вот что значит полгода не прикасаться к компьютеру. Так, с этим я расправился. С этими я расправился. Больше никого нету. Надеюсь, никого. Так, что у нас тут припрятано? Еще такое. Хер его знает. Еще какие-то патроны. Давай, давай, бери все. Твою ж мать. Да идите вы в жопу. Не слишком ли круто ракетница против меня? Ух ты ж, блин. Так, патрошки, патрошки. Без них нам никуда. Переезд, блин, в другую страну. Это пипец, какой стресс. Хотя перемены в жизни всегда нужны, я думаю. Так, полным-полно не лезет. Ну и хер с ним. Не лезет, так не лезет. Конечно, все заблокировано, куда-то там нам нужно. Твою ж. А, так мы здесь были. Это, кстати, в самое начало игры мы вернулись, я помню. Твою мать, твою мать. Мне нужна аптечка, аптечка. Как там? Shift. Ох, блин. Так. Скотина, сдохни. Какого хера ты пырхаешься на меня? Так, у нас есть роботы. Ты какого хера не развернулся, мудень? Бракованный попался, он же гад. Так. Лучше осколочный поставлю. Твою ж мать, твою ж мать.
Ух, ух. Как все-таки круто вернуться к играм. Большой, блин, перерыв полгода. У меня такого раньше перерыва не было. Не, конечно, компьютером я пользовался, но вот чтобы поиграть полноценно, времени не было. Короче, прорвались, сволочи. Куда-то там прорвались. Но я так особо слежу за сюжетом, что пипец. Пышка. Ребята, у меня для вас сюрприз. Вы хоть оба разложились? Ну, наконец-то. Тимуд не смогли нормально разложиться. Так, стоп. Тут кто-то был? Или мне показалось? Твою ж мать! У вас не до хера здесь? Ну, ребятки неплохо справляются, мне нравится. По крайней мере, отвлекают. Это зашибись. Твою мать, откуда, откуда? Зарядка, быстрее, быстрее, быстрее! А, давай, опа! Ух! Мне охереть повезло. Просто пипец. Это какая-то жесть. Так, нам нужно поменять немного оружие. Вот тебя нужно поменять. 5. Блин, у нас патронов-то особо не на... нету. Нам нехер выбирать. Ты перезаряжайся. Дружище, готов. Конечно, можно было где-то полазить, но мне как-то лень. Так, с ребятами покончено. Так, отдайте свои патроны. Ну, у меня же есть замедление времени, щит. Думаю, щит будет лучше. Боюсь, мать, боюсь. Оу, фак, 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 фак. Дружище, ты где? А, молодец, спрятался. Умный. Кстати, знаю, как с ними можно немножко поиграться. Вот так вот. Сами себя перестреляют. Блин, закончились. Нехорошо. Ох, придется с пистолета. Пистолет тоже не бесконечный. Это что? Перезаряд. Я не помню, что это. Mm-hmm.
Твою ж мать, твою ж! Охереть, снайпер. Чё, здесь нигде нет патронов? Ребята, вы издеваетесь. Как я без патронов? И чё сюда? О! Ну, не так много. 10 вообще ни хрена. Вспышка, мятежник, нано. Газ. Лучше газ поставлю. По крайней мере, хоть как-то их атаковать смогу. Мать. Ну вот, и все, и нет патронов. И что мне делать? Что ты делаешь? Что это за херня? Не помню, что ты умеешь делать. А, это мины. Минус один. Так, нужно патрошки быстро собирать. Патрошки. Аптека. Твою мать, лишь бы в меня не попали. Сдохни. Так, там еще есть немножко патрошков. Давай, быстрее подбирай. Сваливаем. Твою ж мать. Сваливаем отсюда. Блин, да сваливает. Оу. Если я еще застряну, это будет фейл. Да какого хера я спустился? Там ничего интересного больше. Ничего. Лови, дружище. Газовую атаку. Надеюсь, вы сдохнете, уроды. Типа затуманивает их разум. Так, у меня же есть дружок. Опа, молодец. Эмигас. Довольно все неплохо. Все подохли. Все. Так, ты дверь открываешься? Ну и чё ты хотел? Сейф, ну наконец-то. Давайте сохранимся. Да, перезаписать. О, наконец-то. Что ж, давайте на этом покуда остановимся. Думаю, даже дофига уже записал для первой записи после такого охренеть долгого перерыва. Думаю, кому интересно, тот посмотрит, кому не нравится, тот не посмотрит. Так что никого заставлять ничего не буду делать. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока!